Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Родина Ролиплей. Моник здесь Кирилл Путбулов. Не забывайте делить моник при регистрации. Итак, по названию ролика, я думаю, догадались, о чем сегодня будет речь. Здесь сейчас тачки не заспамят, я помню, чурон поставил. Короче, я решил себе засадить огород всякими там картошкой там и так далее. Что тут есть, я не знаю. Я первый раз это буду делать, поэтому могу тупить. Так что сильно ко мне не придирайтесь. Я первый раз это буду делать. Возможно, никто вообще не знал, что можно на огороде садить что-то. Но огород не просто так есть у меня. У меня-то вертолет стоит, конечно, но огород не для этого предназначен. Нам нужно сначала купить лопату. Так, лопату покупаем. Все, лопата у нас есть. Чтобы садить, короче, урожай, короче, садить эти все продукты там и так далее. Точнее, не продукты, а овощи. Так, сейчас тачка может пропасть. Давай быстрее садись. Спасибо, молодец. Все, погнали. Я уже узнал, где нужно покупать эти овощи. Их можно даже потом продавать. Просто как они вырастают, их ты выкапываешь, типа там. И их можно продавать. Это круто. Это круто. Меньше мата пытаюсь употреблять в своих видеороликах, но это трудно. Это довольно-таки трудно, но мы сейчас едем. Так, чувак, ПФК стоит. Сейчас едем в то место, где нужно покупать эти овощи. Овощи, но я просто одно это место нашел. По-моему, есть пару магазинчиков этих. И я нашел только один в Арзамасе. Поэтому мы едем именно туда. Так, вот этот магазинчик, короче, вот. Магазины садоводства. Так, лучше чурон, все, лопатка у меня есть, все нормально. Я уже перед этим посмотрел, заезжал сюда в магазин, смотрел, типа, что и как. Так, нажимаем N. И смотрим. Арбузы у нас будут расти 80 минут. Лук можно посадить, он 20 минут растет всего лишь. Можно посадить пшеницу. Помидоры можно посадить. Сама картошка дольше всего растет. Спечо. Дадановский улей. А, улей. Улей. Это ульи можно делать и рыбу садить. Но у меня только есть огород, поэтому... Не знаю, давайте, наверное, лук, скорее всего, посадим. Я думаю, хотя... Арбуз... Ну, картошка долго растет. Арбузы... Ну, еще рано арбузы. Можно лук реально посадить. Он тут самый дешевый, кстати. Либо посадить свеклу. Ну, давайте лук посадим, короче. Введите количество семян, которые хотите приобрести. Давайте, 50 семян купим. 300 рублей я заплатил. Не знаю, если вам будет это интересно, я потом куплю и подсолнухи, и картошку, помидоры, потом арбуз, свеклу, пшеницу и так далее. Просто я взял лук, он быстрее всего растет, и не знаю, возможно, мы в этой серии посмотрим, как он вырастет, или он будет типа расти, мы посмотрим, как он будет вырастать, наверное. Не знаю, сейчас посмотрим. Я не шарю. Так, стоп, я там команду забыл посмотреть. Поэтому закройся, машинка, я забыл команду посмотреть. Там есть информация, как что нужно делать. Давайте вам я покажу. Приветствую, магазин садоводства. Чтобы посадить растение, вам нужно купить лопатку в АЗС. И взяв ее в руки, использовать команду plant. Давайте я сразу пропишу эту команду plant. Сохраню ее, все. Погнали теперь ко мне на огород. Я заметил, что многие люди пишут им: накуплю дом с огородом. Видимо, огород, наверное, несет нормальную прибыль, если типа потом продавать это все. Ну, я точно не знаю. Так, у меня почему-то перезагрузился сервер, но у меня пропала лопатка, поэтому давайте сейчас ездим за лопаткой обратно и попробуем посадить плант. Команда вроде, да? А, ну я же еще сохранил. Да, все нормально. Все, поехали за лопаткой, там уже будем пробовать садить. Да, на то, видите, куплю дом с огородом, бюджет 1,8. Ну, нормально, я человека за 1,7 видел, покупал за 1,5, за 1,8. Ну, я думаю, за 2 миллиона, возможно, я смогу свой продать потом. Но хз. Так, вот, здесь нужно лопатку купить. Лопатка. 500 рублей хоть лопатка стоит, не так уж и дорого. Все, вот я и приехал. Давайте оставляем черон здесь. Семена, надеюсь, они не пропали. А то это будет полная фиаско. Так.
Давайте я вот отсюда начну. Прямо отсюда начну. Так, план. Понял. Так. Стоп. Пшеница. Так, лук. 4. Количество. Так. Плант. 4-1. Во, я посадил лук, смотрите. 20 минут. Ёб твой налево. Вы не можете здесь посадить рядом. Так. Блин, это очень круто. Может как-то поближе хотя бы. Ладно, будем садить как попадет. Засадим себе цибулей весь огород. Блин, ну это круто реально. То, что можно огород вот так засадить. Ну, конечно, я не ровно ее сажу, потому что что-то у меня не получается ровно. Будем хотя бы так садить. Или можно сразу типа прописать и все посадить. Я вот этого не знаю. Не, ну это круто, что цибульку можно посадить. 20 минут надо ждать. Чтобы типа она выросла. Не, ну это прикольно, реально. Это очень круто. Как по мне, это прям охрененно. Еще сколько я смогу продать это все, я, честно говоря, не знаю. Но попробуем потом это все сделать. Потом засадим нормально огород под солнухами там и так далее. Так, рядом сильно. Вот здесь можно. Так, как насчет здесь? Здесь. Во. Не, ну блин, реально, мне очень нравится то, что можно так цибульку типа садить. Потом ее будет, надо будет собирать. Видите, время еще показывается. Блин, это круто. Это реально круто. Вот что-что, пацаны, за это респект просто родине. Это реально очень круто. Так, я вроде бы как постарался засадить огород как следует. Но не знаю, получилось у меня это или нет. Ну что ж, думаю, на этом будем заканчивать. Если вам нравится эта тема, то в следующей серии мы, кстати, соберем весь этот урожай, я думаю. И повезем его продавать. Посмотрим, сколько нам заплатят. Потому что, ну, сами понимаете, так будет интереснее. Растянул эту идею на две серии. Как мы покупали, как мы садили. И на то, как мы будем это все собирать и потом продавать. Я думаю, это будет очень круто. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите играть на родину, и всем пока-пока.